Глава 1. Возрождение проклятых. Магическая чума, насланная королем мертвых, вскоре распространилась по всему Лордерону. Остатки армии людей не могли противостоять ордам нежити, заполонившим страну. От некогда великого Лордерона осталась лишь тень былой славы. Глазам своим не верю. Малганус! Не знаю, как тебе удалось спастись, но... Успокойтесь, принц Ардас. Меня зовут Дикондрус. Я повелитель ужаса, как и Малганус, но я не враг вам. Напротив, я пришел вас поздравить. Поздравить? Ты прекрасно справился с испытанием. Убил отца, отдал эти земли во власть тьмы. Короля мертвых радует твой энтузиазм. Да, все, чем я дорожил в своей жизни, я принес в жертву ему. И ничуть не жалею об этом. В моем сердце нет места для стыда и раскаяния. Рунный клинок, покоящийся в твоих ножнах, был выкован королем мертвых. И знаешь зачем? Чтобы поглощать души смертных. Твоя душа стала первой. Ну что ж, души мне не жаль. Я проживу и без нее. И что же от меня нужно королю? Тебе предстоит возродить культ проклятых. Среди черни скрывается множество последователей этого культа. Собери их, и я расскажу тебе, что делать дальше. Так, у нас основное задание — послушники. Скрытые послушники культа проклятых прячутся среди обычных горожан. Вы должны найти этих послушников, по возможности не привлекая внимания городской стражи. Хорошо. Никто не смеет мне приказывать. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Так, у нас уже Артас перешел вот на сторону нежити. Наконец-то. Вот так-то лучше. Так, ага, здесь тоже ничего нету. Во славу плети. Так, наконец-то. Вообще, эта миссия, да, вот, мне... И не надейся на быстрость. Приветствую вас, повелитель. Кел'Тузет предупредил нас о вашем появлении. Кел'Тузет? Как он узнал? Будьте осторожны. Если горожане увидят ваших слуг, они позовут стражу. И тогда нам не избежать боя. Вот так-то лучше. Так, в общем-то, я начал говорить и не договорил. Фростморн жаждет крови. Повелитель, вся моя жизнь в служении. Будь ты проклят, изменник. Отомстим за короля. Ну да, ты это точно сможешь отомстить. В общем-то, я полегче не договорил, что вот эта миссия мне всегда казалась сложной. Вот так-то лучше. Наконец-то! Во славу плети! Ну и исходя вот из всего, я лучше. Как бы... Во славу плети! Загляните на кладбище. Те, кто похоронен там, будут служить вам верой и правдой. Говори, да, в принципе, я изобрел своеобразное такое вот свое прохождение. Так, у нас дополнительное задание — найдите кладбище. Те, кто похоронен на местном кладбище, готовы стать вашими преданными слугами. Вам нужно только приблизиться к могилам и призвать их. Ну что еще? Ты увидишь все. Капитан. Я буду твоими глазами. Посмотрим. Вот один. Никто не смеет мне приказывать. Что ты хочешь увидеть? Помогите! Говори, глупец. Нежить вернулась! Фростморн жаждет крови. Жизнь за Нерзума. Вот так-то лучше. Так, а где же это кладбище? Вот здесь вот, что ли? Я посмотрю.
Я иду. Посмотрим. Ага, здесь такой вот потайной вход. Я посмотрю. Тайное станет явным. Так, честно говоря, чтобы я помнил, где это кладбище. Где-то оно должно быть. Явным. Я иду. Я посмотрю. Тайное станет явным. Да, здесь много я этих я людей. Иду. Я посмотрю. Ну что еще? Так, в общем-то, да. Плети. Давайте вот, чтобы не мучиться, ла славу плети. Я по Жизнь своей тактике. Морн жаждет крови. Вот так-то лучше. Чего? Я скажу вам точно, она работает. Ла славу плети. Наконец-то. Просто вот так вот давайте вот оббежим сразу же всех послушников. Вот так-то лучше. Повелитель. Наконец-то. Вся моя жизнь служение. Фростморн жаждет Помогите! Крови. Помогите! Нежить вернулась. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. Склоняюсь. Наконец-то. Хорошо. Вернулась. Наконец-то. Они ждут. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Здесь самое главное не попасть жаждет крови. В ловушку, чтобы тебя не зажали. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. А иначе, да, может. Так-то лучше. Наконец-то. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. О, вот разбойник. Так, а чё вы меня мочите, разбойники? Не-не-не. Ла славу плети. Вот так вот, да, мочите этих людей. Жаждет крови. Наконец-то. Вот дела так-то лучше. Так, 9, да, по-моему, нужно 20. Наконец-то. Ла славу плети. А, вот здесь вот один еще. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Ла славу плети. Так, вот смертельный вот союз лучше. Нужен. Ла славу плети. Жизнь вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ла славу плети. Наконец-то. Так, вот эти вот ворота желательно снести. Я так, буду где моя тень? Глаза. Полегче. Склоняюсь перед вашей волей. Ла славу плети. Убегал от стражника. Фростморн жаждет крови. Ага, вот и кладбище. Нам повезло. Здесь есть несколько свежих могил. Именем короля мертвых, восстань! Чего? Вот так-то лучше. Вот его заберем. Ла славу плети. Фростморн жаждет крови. Дела не ждут. Вот так-то лучше. Фростморн так, жаждет отлично. Крови. Проклятый принц! Помогите! Нет! Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Так, здесь вроде бы да, все. Фростморн жаждет крови. Наконец-то. Ла славу плети. Так, а ну-ка, ребятки, ну-ка. Надавайте ему по шее. Тайное станет явным. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Никто не смеет мне приказывать. Вот так-то так, лучше. Мы, наверное, заберем еще одного скелета. Наконец-то! Фростморн жаждет Хорошо. Крови. Ла славу плети. Наконец-то! Ла славу плети. Вот так-то так, лучше. Так, вперед искать послушников. Наконец-то!
славу, блядь! Наконец-то! Да уйди в сторону! Ты всех нас предал! Фростморн жаждет крови! Вот так-то лучше! Блин, не-не-не, тут ловушка! Пощады, милорд! Вот так-то лучше! Будь ты проклят, нелюдь! Склоняйтесь, Фростморн жаждет крови! Моя жизнь, служение! Вот так-то лучше! Наконец-то! Так, последний остался, вот его. Фростморн жаждет крови. Так, вроде бы все. Прекрасная работа, рыцарь. Культ проклятых почти возрожден. Лордерон лежит в руинах. Не понимаю, зачем нам теперь эти фанатики? Они еще пригодятся тебе. Для чего? Ты отправишься в Андеррал и найдешь останки их бывшего хозяина, некроманта по имени Келтузет. Спасибо за просмотр. Увидимся, услышимся в следующей серии.